передаю слово Денису Васильевичу Клиповскому, заместителю директора департамента машиностроения для ТЭК Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Да, добрый день. Слышно? Слышно. Да, еще раз добрый день. Хочу рассказать, какая работа проводится у нас в департаменте машиностроения и оборудования для ТЭК, как мы занимаемся развитием систем накопления. Можно следующий слайд, пожалуйста? Мы хотели как бы немножко все-таки широко сначала представить свое видение. Вот о чем сказал Павел Юрьевич, что у нас есть задача все-таки рассматривать все системы накопления электрической энергии. Поэтому мы пытались в прошлом году вносить правительство свое видение по литий-ионным аккумуляторам, да, и мы до сих пор считаем, что все-таки это, наверное, самый перспективный вид хранения, который будет развиваться, там, по крайней мере, в ближайшие 10 лет. Мы неоднократно с экспертами общались. Это обсуждение вносилось и между министерствами, уже все пришли к выводу, что все-таки у нас в стране должно быть как минимум 4 гигаватт-часов производственных мощностей, чтобы наша продукция была конкурентоспособной в мире. Кроме этого, должно быть производство катодных и анодных материалов. И к чему мы тоже хотели и считаем проекты в области добычи и переработки. Поэтому вот такое число, оно уже есть в некоторых разделах в стратегии социально-экономического развития, поэтому мы к этому стремимся. Это именно в области литий-ионных аккумуляторов. Какие системы будут развиваться, да, пока мы тоже сказать не можем, будет ли это или LFP, или NMC. Здесь я думаю, что рынок нас поправит всех. Мы видим активное участие госкорпораций в этой области, институтов развития, как минимум сейчас 6 или 7 игроков, да, которые имеют планы по созданию производства ячеек. И мы видим, что государство именно в этом сегменте производства ячеек будет помогать всеми возможными способами. Но помимо этого мы не исключаем, что водород, да, то есть тоже займет нишу. Вот здесь просто представлено всем, что занимается наш департамент, да, то есть это вот нефтегаз, экологическое машиностроение, энергомаш, оборудование ВИСН и оборудование для водородной энергетики. И вот здесь мы пытались обозначить наше видение и достижение определенных целей. Следующий слайд, пожалуйста, здесь более конкретно тоже предлагаю обратить внимание вот на третью, четвертую, вот на правую сторону, что именно связано к оборудованию, да, то есть в системах накопления, литий-ионные ячейки, да, то есть есть у нас и технологии LFP, да, то есть и технологии NMC, которые уже сейчас производят. Есть, на мой взгляд, хорошие разработки технологий в производстве катодных материалов, которые надо максимально развивать. Поэтому государство сейчас думает над новыми программами. Александр Валентинович как бы еще не подписал протокол, но я думаю, что в ближайшее время будет подписан. И там в том числе будет поручение Минпромторгу дать новое видение, да, то есть что произошло с ноября прошлого года, когда мы вносили свои предложения.
правительстве на разном уровне также начали обсуждать развитие экологического транспорта, да, причем Минпромторг выступает именно на термине экологический, потому что мы видим и электротранспорт, и водородный транспорт. Были пересмотрены некоторые документы, и будет меняться со следующей нормативкой в 2021 году по линии блока транспортного машиностроения. Будут определены доля экологического транспорта в производстве минимальная, да, которая должна будет достигаться, и государство будет стимулировать достижение этих показателей. Поэтому мы там, год назад рисовали три основных потребителя. Это транспорт, это энергетика, где ключевым игроком мы видели Россетей, и предприятия оборонно-промышленного комплекса, где все равно применение систем накопления используется и будет тоже развиваться. Но этого рынка оказалось недостаточно. Мы пытались пробовать развить экспорт в историю, но, честно, нас тоже никто там не ждет. Ниши заняты. Производство в Китае в сотни раз уже больше, чем действующее производство на территории Российской Федерации. Мы оцениваем, что сейчас там, все заводы наши, да, там, 5 заводов, которые делают в литионе, порядка 100 мегаватт-часов. Напомню, что мы хотим как минимум 4 гигаватт-часа. То есть нам надо в ближайшее время там, увеличить производство в 40 раз. Поэтому вот были пересмотрены прогнозы по электротранспорту. С Россетями мы тоже начали большую работу. У нас с ними подписана отдельная карта. Там есть еще как бы бытовые компании, которые тоже пробуют внедрение пилотных проектов и видят там определенные эффекты. Я тоже видел там, презентации, которые будут представлены сегодня. Мне кажется, что как раз нам не хватает вот этих экономических обоснований эффектов от внедрения систем накопления. Тогда наш как бы совместная работа будет более продуктивна. Следующий слайд, пожалуйста. Что у нас есть на сегодняшний день, что мы планируем поддерживать, да, производить. Вот что касается, мы для себя внутренне определяем три класса организаций. Первый — это компании-интеграторы, которые внедряют систему накопления энергии. Честно, мы не даем больших мер поддержки в этом секторе и считаем, что регулирование именно в... Вот есть такое формирование требований к продукции закупаемых в госзакупках и нацпроектов, то есть с помощью постановления 719-го, ограничение квот, это постановление 616, 617, 213 и 214. Вот это для интеграторов, которые будут использовать отечественные ячейки, на наш взгляд, будет достаточно. В принципе, у нас были положительные примеры по интеграторам. Как раз там был пилотный проект на станции в области возобновляемых источников, да, и там компания воспользовалась постановлением по пилоту. Но мы считаем, что все-таки это такой единичный случай, и вряд ли он будет массовым. А дальше вторая категория — это как раз производители литионных аккумуляторов, ячеек. Вот я сказал, что мы видим 6-7 игроков.
Здесь, конечно, Минпромторг будет оказывать максимальную поддержку с помощью спиков 2.0, постановлений действующих 1649, это субсидирование НЕКР на промышленные виды продукции, как раз вот челябинские предприятия хорошо знают этот механизм и используют, это не единичный случай. Поэтому вот именно этот сегмент будем продолжать продерживать. Сейчас вся нормативка под это написана, мы что-то новое не планировали делать. И третий сегмент — это вот связка комплексных проектов наших производителей с наукой, с производителями катодных порошков, с разработчиками новых технологий производства литий-ионных аккумуляторов. Вот здесь мы тоже пытаемся придумать новые механизмы, в которых бы были отражены интересы ключевых потребителей, а это либо энергетика, либо транспорт. Была бы задействована наши вот инжиниринговые центры наподобие Скоутеха или я видел НОЦ, который создан между там, Челябинском и Екатеринбургом. Там тоже были какие-то проекты. От других регионов тоже ждем определенную активность. И будем предлагать механизмы. Мы эти предложения давали в Минэкономразвитие с нашим видением, да, то есть какую промышленную продукцию или компоненты мы предлагаем развивать. И также надеемся на соответствующее финансирование, хотя вопросов там еще очень много, и с Министерством финансов мы пока в обсуждении. Следующий слайд, пожалуйста. Так, это вот тоже механизм действующий, который я сказал, для производителей систем накопления. Это 1649, субсидирование НЕКРов до 70% от комплексных проектов. Если есть будут какие-то вопросы от компании, готовы там отдельно всем оказывать методологическую поддержку. И вот 634, это тоже механизм пилотных партий, чуть говорил, как раз по мощности, по-моему, это был контейнер мощностью 1 мегаватт-час на отечественных литий-ионных аккумуляторных батарей. Там субсидировалось затраты 50% от стоимости. Но я думаю, что все равно это будет такой единичный случай. Коллеги, у меня все.